читаем, что это такое? Что это такое? Левицкая. Hello, уважаемые. Надеюсь, зайдет мой последний релиз. Отпускаю. Поп и немного дипхауса. О, это хорошо. Это сейчас актуальненько. Ссылка на песню такая-то. Текст здесь. Спасибо большое. Видим, смотрим, кайфуем. Наверное, да. Но 23-го года, друзья. То есть это не потенциальный фрешмен. Песня вышла 8 декабря 23-го года. Всего три песни я вижу под этим аккаунтом. Всего три песни. И причем все они 23-го года. То есть это, ну, прям новый, так сказать, человек в музыке. Либо это Смурф с нового аккаунта Элистайл. Сейчас мы это и посмотрим. Делит называется, да, песенка. Не случайно и вот отпускаю. Отпускаю либо чужие голоса, либо отпускаю в небо. То есть про отпускание у нас есть два гигантских хита. Посмотрим, что это такое. Что это такое? Будет ли это третьим хитом? Слушаем. Помню, утонула в глазах твоих. Сейчас я просто тону. Хотели делить эту жизнь на двоих. А что делить будем, лишь пустоту. Твои слова по кругу я жадно слушать буду. Ты в этом хорош. Прости, я снова занят. Увидимся в фейстайме. Красивая ложь. Поет она не первый год. Пролетает. Хрон 2.30. Очень хорошо ощущается. Положительно, в смысле. Ничего не душит. Есть развитие. И в предприпев, и припевчик, да, не душит вот это. Все не душит абсолютно точно. И здесь идет развитие. Такая актуальная поп-музыка, но при этом, да, хороший такой поп-хаус, долбежечка такая аккуратная. Вокал, естественно, присутствует. Человек явно поет не первый год. Чувствуется мягкость, уверенность. Вижу улыбку человека, да, поющего. Соответственно, нету тупой долбежки перед микрофоном. Есть обволакивающий вайб определенный. Чиловая музыка. Сказать, что это поп-хит, не знаю. Может быть, недостаточно для поп-хита погружения и чувственности. В припеве куплеты довольно сильные. Чё-то. Ну, на контрасте с предыдущими треками, которые мы сегодня послушали, это, конечно, прям база вообще жесткая. Довольно крепко.
Дефолтный трек с радио. Ну, он, в принципе, сюда и метит, да? Тут как бы это похвала, по сути дела, знаешь. Если твой трек берут на радио, это как бы оскорбление, может быть, для эстетов, которые хотят слушать жесткий андеграунд, а для артистов, которые являются создателями коммерческой музыки, это прям комплимент, бро. Ну, я согласен с тобой, да. Но он трек с радио, который не прям сильно выделяется, да? Не царица, короче. Понятно, что там другой жанр немного, но тем не менее, да. То есть есть жизнь, в принципе, неплохая в куплете. Вот на эту тему нас хорошо приводит. Здесь залетает. Неплохой трек. Такой прям крепенький, да? Крепенький трючок. Послушали мы, получили удовольствие. Помню, утонула в глазах твоих. Да, сразу с ноги залетает она. Это очень правильно. То есть вот мы представляем, да, мы слушаем этот трек на радио, мы даем ему 5 секунд. Помню, утонула 2 секунды. В глазах твоих. Вот 5 секунд прошло. И вот мы услышали самое интересное придыхание в конце строчки. Норм. Хочется слушать дальше после 5 секунд. И мы такие, ну допустим. Сейчас я просто тону. Снова придыхание в 3 секунды. Мы дальше слушаем эту песню. Хотели делить эту жизнь на двоих. Вот отсюда уже все, хочется уже дропа дождаться. Все, уже кажется так, неплохо. Вот 12 секунд прошло. Достаточно чувственно, концовочки. И вот это все, да? И ты такой, о, норм. А что там по дропу? И мы уже начинаем ждать дроп. А что делить будем, лишь пустоту? Вот это немного. Что делить будем, лишь пустоту? Это по слогам просто норм. Не прям погружение. Концовки гораздо интереснее, живее звучат. Твои слова по кругу я жадно слушать буду. Раз тоже развитие хорошее, и мы понимаем, что за ним что-то нас ждет, да? Да-да-да-да-да-да-да. То есть, оп, на экспрессию пошла, да? И... Ты в этом хорош. Прости, я снова занят. Увидимся в фейстайме. Красивая ложь. Да-да, вокал сильный, чувство музыки есть. Просто, ну, песня, не знаю, может быть, не совсем хитовая непосредственно, но она рабочая. Динамика не настолько велика, ряжная жопа. Она радиоведущая и в кавер-группе поет. А, ну, понятно, да, понятно. Ну, как бы, да, то есть это чел, умеющий петь, да, не, человек, девушка не первый год поет, и как бы вот это вот... Ощущение твое... Все это прям жизнь, короче, в этом есть, 100%. И на заставке все те же мы. Удачный ракурс, но... По звуку довольно неплохо сделано, вот все, что касается, да, таких аэрбэков. Удачный ракурс, удачный ракурс, удачный ракурс, но за ним боль. Я собираю фразы, теперь сложился пазл твоего лица. Хорошая, ровная, рабочая песня. Песня для радиоэфира, вот она готова. Да, хит? Не знаю. Но это... Я даже не сравниваю с предыдущим треком, который был на 12 баллов. Это особенный трек был. Я сравниваю даже, ну, с такими более-менее продюсер Бай тоже. Ты, да? Левицкая? Серьезно? Это хорошо. Серьезно.
Очень даже, да, очень даже неплохой трек, я согласен. По звуку неплохо ее сделали. То есть она работает с теми, кто знает, как делать такой звук. И ее хорошо сделали в припеве. Именно по звуку. Как бы это такой серьезный продукт. И я думаю, что это, так сказать, стартующая, да, стартующая артистка. Это не просто какой-то там попробовать рофл, да. Это серьезная, серьезная работа. Последний сингл. Ну-ка, не случайно, что там. Были мы посторонние. Сейчас готовы сдать все явки, пароли. Мне все друг другу, кто мы. Ну понятно, да. Как бы это уровень. Четыре балла за общее впечатление. Базар вообще. Рифм образа в рамках поп-музыки. Неплохо. 7-8 баллов. Нет чего-то прям супер яркого, яркой истории. Ну да, хорошая история с повествованием, фейстайме там, да, увидимся в фейстайме, красивая ложь, прости, я снова занят, буду по кругу. Я все сказал, выбираюсь, так устало, выбираю себя, ведь нас не стало. Красиво. Так устало, выбираюсь, выбираю себя, ведь нас не стало, так устало, да. Что-то, голос привычный твой снова звучит, но для меня он чужой, и на заставке все те же мы, удачный ракурс, но за нем боль, за ним, да, наверное? Угу. Собираю фразы, сложился пазл твоего лица, спешил, остыл, ответ застыл. Отрицал. Нормально. Но, знаешь, не хватает какой-то яркой ударной строчки, которая вот обычно в поп-хитах является чем-то таким вкусным, необычным изюмом. Вот чтобы туда улететь, да, вот сюда. Вот текст может быть такой же, только буквально одна фраза, одна интересная фраза, яркая в припеве, или лучше в припеве. Все, да. И уже хочется повторять это. Отпускаю, отпускаю, как бы, да. Да, отпускаю, созвучие, знаю, я поставил, угасаю, так глаголы, басая, но басая занята, да? Деда Мазая, миграцию за мая, глаза, кладовая. Ну, короче, можно откопать, да, можно откопать какие-то интересные, даже глагольные рифмы, если что, образы. Достаточно 1-2 делать такие очень абстрактно сложные. Для поп-хита должна быть интересная абстракция, которую каждый может трактовать по-разному. Примерно вектор у нее задан должен быть, да? Коней в яблоках, угу. Но басая там, вот эта вся тема. То есть какое-то слово ударное, которое не настолько распространенное. Бросила, знаешь, знаю, оставлю, забуду, приду, уйду, любила, простила, сказала, знала. Все это как бы, ну, это может быть использовано в тексте, но как якоря и конструкции, которые цепляют слушателя, это не пойдет. Это просто мимо ушей. То есть это может набрать стримов, это нормальная песня, но это не топовый трек, это не что-то прям супер чартовое, да. Какая-то должна быть конструкция, какая-то. Семь-восемь, пусть 8. Структура, ритмика, хорошо, да, хорошо нам дают начало, сразу нас запускают, в первые 10 секунд мы уже узнали. Люди, да, понимают, что надо цеплять нас сразу, это работает, концовочки очень живые. Вот по реализации я бы 8 поставил, в куплете 9, за звук тоже особо нечего добавить, просто хорошо. Если бы куплет добили и звук был еще почище, вот туда уже можно было бы брать, да. И точнее, в припеве она бы реализовала лучше и улетела бы туда, вот тут можно было бы думать. Так 8, тем не менее, очень крепко. Индивидуальность и харизма, значит, индивидуальности не знаю, харизма жива. Особенно, опять же, в куплете, в предприпеве. Припевчик довольно хорошо сделан, довольно хорошо. 7 я готов поставить, может 8. Ну вот такая оценка, да. Структура, ритмика
8 баллов, норм. Здесь 4. Ну, типа, вот 4-5, не знаю, насколько вот такой поп хаос припеве это все-таки 5. Ну, как будто вот 4-5. То есть песня крепкая, 60 плюс баллов. Может быть, даже кто вот, кто субъективно, кому сильно зайдет, понравится, может быть, это и на 65-70 баллов для кого-то. Ну, вот как-то так, да. То есть в поп-музыке очень тяжело получить высокую харизму. Именно вот индивидуальность. Ну, лично вот не то, что по моим, вот, блядь, баллам я такой весь прям сноб, да. Дело не в этом, просто очень много такой музыки. И задача человека выделиться хоть как-то. Либо тембром, либо какими-то изворотами своими вокальными. То есть есть очень много крутых ребят, которые там поют, академическое, у них академический вокал поставлен, они шикарно работают, ты технически до них не докопаешься, они безупречны. И они могут показать реализацию 10 баллов. И таких в России тысячи людей. Они поют на конкурсах, они кто-то что-то побеждает, кто-то не побеждает. Они идеально поют, берут все ноты, отлично работают. Все супер. Но что касается именно харизмы и индивидуальности, даже если они чужие песни перепевают, вроде норм, но это, ну, нет в этом жизни особо прям вот топ. Поэтому они не становятся большими звездами. Хотя умеют петь отчасти часто, причем лучше, чем огромные звезды. Очень мало у нас больших-больших звезд, которые прям реально очень крутые вокалисты. И люди, которых они зачастую, так сказать, разбирают, судят на конкурсах, они лучше них поют. Лучше них. Но у тех, кто поют на конкурсах часто, да, у них недостаточно вот именно своей внутренней харизмы и силы. Но для радио это норм. Для радио это пойдет. Вот Зиверт, да, она крутая. У нее есть мясо внутреннее. У нее есть харизма дикая. Ну, это очевидно, типа, да. Как-то так. Ну, может быть, 5, да. Может быть, 5. Все-таки припев. Короче, может быть, 5. Особенно сейчас, как бы, это уже интересно становится. Да. Ну, за счет припева все-таки. Такого, да, немного поп-хаус припева. Как-то так. Короче, крепкая песня, спасибо. Спасибо. Не знаю, надеюсь, это было полезно, вот все мысли, рассуждения. Вот достаточно сюда добавить в припев интересную какую-то формулировку, необычную. Вот отпускаю и что-то вот... Но сердце тает... Доходя до края, но сердце тает до края. Ну, слишком тоже просто. Короче, вот не хватает что-то вот какой-то соуси, да, какого-то специи, перчинки, изюма, чтобы это прям уф. И по тексту на девяточку, и сразу восприятие плюс, да. Можно было. Чужие голоса из памяти слова. Да, вот. Чё это? Как бы... Надо, да, вот такие вещи. Кристаллические лярвы тянут на небо, да. И вся вот такая вот история. Отпуская меня, выгнали из Дубая. Неплохо, да, неплохо. И Оксимирона, ну, вы поняли, да, поэтому... Но сейчас не об этом. Спасибо большое за музыку. В целом было интересно. Да, респект.